Молодец, Сень, тебе не машины строить, а на скрипке играть. Сень, Сень. Меня хватит на то и на другое. Хороший мальчик. Иди, 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 иди. Чудак. Конкурс талантов продолжается. Просим Котю Охотникова. Изобрази чего-нибудь. Не имею талантов. Ну, то, что ты мне вчера читал. Сенька, получишь морду. А что он умеет? Умею плевать в потолок. А. Показать? Грубо. Под маской грубой внешности в нем скрыта нежная душа поэта. Ребята, Петр Виноградов пишет стихи. Послушаем. Тихо. Стихом я, правда, не очень-то владею. Чувствуется? И славы Пушкина, ребята, не ищу. И не найдешь. Но я имею большую техническую идею, и я ее для пользы социализма воплощу. Только, пожалуйста, не в стихах. Нас угнетали банкиры и буржуи. Ну, это факт бесспорный. Мы свергли их и сами стали хозяева. Тоже исторически верно. И строим свою страну, самую прекрасную в мире. Да, жизнь в СССР чертовски хороша. Это такой не Пушкин! И непосредственный. Ну и читал. Внимание, следующий номер нашей обширной программы. Просим спеть Валю. Спеть, давай. Вот послушай сейчас, как она споет. Вот тоже. Тише, ребят. Впереди дорога серебрится, по лузанке станции мосты, и Москва, Москва, столица, и друзья, и радости, и мечты, и Москва, Москва.
правда, не очень-то владею. И славы Пушкина, ребят. Проходит ясный синим следом, и луна придет своим путем. Я к тебе, к тебе. Ну не будь ты нее. Ваня, ну почему ты не поешь? Не спрашивай, а Ваня? Куда она убежала? Идет она, но она сама придет и расскажет. Почему она ушла? Ну оставь ее. Стихи у меня плохие. Ну и черт, я Пушкин в технике. Ребята, завтра утром, то есть через 7 часов, трое из наших ребят едут в Москву учиться и работать. Уверен, что они не подгадят. Петр Виноградов имеет выдающиеся способности в технике. Костя Охотников тоже парень вдумчивый. И, наконец, Сенечка Кауфман, парень трудолюбивый и способный. Валя! Да, жизнь в СССР чертовски хороша. Валь, ты? Валь, почему ты ревешь? Что я делаю, я реву, я... А, понимаю. Оскорбленные самолюбие. А если я не мог слышать твоего визжания? Привыкл, что пред тобой преклонялись. Товарищ, побольше самокритики. Ты врешь, я прекрасно пою, прекрасно пою. А ты привык, что пред тобой преклонялись. Стихи у меня не важны. Но зато я настоящий поэт в технике. Валь, ну перестань, не реви. Я не плачу. Иди. Я хочу остаться одна. Петь иногда. Слышишь? Я хочу посидеть одна. Понятно? Thank you.
Ты уезжаешь завтра. Ты меня давно любишь? Давно, а сейчас вижу, понял, что всегда ты. Всегда, всегда. Ты приедешь в Москву? Приеду. Я все приготовлю и будем жить вместе. Минутка внимания, тише, товарищ. Одну минутку внимания. Ребят, комсомольцы, это молодость страны, это бодрость, это радость. Да, но я просто хотел посмотреть машину. Это нарушает порядок. Нет, товарищ, я ведь убежден, что я делаю для пользы государства. Моя идея может дать... Чем у вас там дело? Товарищ считает, что я нарушил порядок. Я ввозился с чужой деталью. Вот. Речь идет о важном рационализаторском предложении. Могу ли я побеседовать с вами? Несколько минут. Замените время, товарищи. Однако вы избрали странный путь для рационализаторской работы. Если ваше предложение окажется дельным, вы будете премированы. За нарушение порядка получите выговор. Он мне нравится. А письмо? Это верно отвали? Мена прибыла. Кому письмо? Здорово. Петру Виноградову. Ты что, чужие письма воруешь, а? Сенька, прекрасный день, тебе удачи. Первые идеи моего нового предложения, конечно, заинтересовали. Второе, меня назначают контролером на конвейере. Я теперь буду вашим начальником. А? Здорово, быстро как. Здорово, очень здорово. Третье. Куда Валька едет в Москву? Прислала бумаги, просит их подать в консерваторию. Ну, старик, лети в кооператив, на вот тебе деньги, купи чего-нибудь вкусное. Понимаешь, нужно праздновать девочек сегодня. Вы заказали Рыбинск? Не отходите от аппарата. Рыбинск отвечает. Говорите. Валя! Валь, ты? Ты меня слышишь? Валь, это я, Петя! Слушай, Валюшечка, у меня большая удача. Мое рационализаторское предложение принято. Я назначен контролером! Да! Я обогнал Котьку и Сеньку! Моя бригада обогнала их бригаду! Я иду в гору! А ты меня любишь? Ну, конечно, что ты спрашиваешь? А чего ты так кричишь? Плохо слышно! Слушай, Валя, я как раз завтра выходной, я пойду в консерваторию и подам твои бумаги! Очень люблю. Ну я тебя тоже люблю. Две минуты кончились. Валя!
Мне одни. Валь, Валь. Валь, ты меня слышишь? Валя! Семь-восемнадцать. Завозишь возле лекции, вывеску, галоши. Английский язык 7:10, 7:25. Опоздание 8 минут. Или промышленное здание. Industrial building. Building, industrial building. Ой, боже мой. Building. Industrial building. Building. Industrial building. Industrial building. Не то дождик, не то снег, не то будет, не то нет. Might be rain, might be snow, might be baby, might be no. Неужели ты не можешь прекратить это шипение и кваканье? К сожалению, might be rain, might be snow, might be baby, might be no. Не раньше, чем через 4 минуты. Not withstanding. Ты ведь знаешь, я все делаю по расписанию. Building. И тебе это удается? Building. Да, вот сегодня я, например, выдержал его все целиком. Bewitching Сенечка. Очаровательная Сенечка. А, да. Сегодня? А что такое героический поступок? Я поставил себе за правило каждый день совершать героический поступок. Зачем? Чтобы это вошло в привычку. Я хочу выработать поведение великого человека. Я считаю, что в СССР все должны так поступать. Эх, Сеня, к 30 годам мы должны стать великими людьми. Рыбоедов, ой, боже, он уже! Ну, какие ты сделал героические поступки? Вчера я перевыполнил план на производстве. Сегодня из-за любви к девушке продал пальто, а завтра... Кстати, не забудь завтра подать валеной бумаги. Завтра? Завтра вот этот вот стенд внесет революцию в область выявления динамических качеств автомашин. Bewitching Сенечка. Очаровательная Сенечка. Всего доброго, ребят. Олег. Идея верная, расчет правильный. Вот врет. Врет где-то модель собака. Должно быть 490, а тут 250. Бред! Так смотри же, не забудь овальных бумаг. Послезавтра последний день, пропустишь, а потом будешь себя шлепать по затылку. Валя от этого мало пользы. Не мешай! Петь, смотри же, не забудь дать бумаги, а то Валя... Вот.
Что вы делали в таких случаях, ребята? Работали, молодой человек, работали. Стихом я, правда, не очень-то владею, и славы Пушкина, ребята, не ищу, но я имею одну большую техническую идею. Вон наше окно. Стали буржуи, банкиры. Там кто-то есть. Это один из наших, Петька Виноградов. И строим свою страну, самую прекрасную в мире. Слышите, Петька стихи читает. Он неудачный поэт. Он ничего, парень, но много себе воображает. Ну, прощайте. Почему прощайте? Я провожу вас. Никаких провожаний. Терпеть не могу, когда меня провожают. Может быть, мы встретимся завтра? Хорошо? В парке культуры отдыха. Знаете где? У главного входа. Есть? Черт. Есть! Да! Жизнь в СССР чертовски хороша. Правильно, детка! Спасибо. А тебе, парень, куда? В консерваторию. Ты что, поешь, играешь? Да нет, это моя девушка поет. Я как раз еду подать ее бумаги в консерваторию. Будьте здоровы, ребят. Спасибо. До свидания. Как пройти в консерваторию? Давай. Знаю. Право не могу сказать. Как пройти в консерваторию? Там. Там. Ты какой. Эй, гражданин! Что вы заснули, вы мешаете работать? Да что вы, глухой, сматываетесь, вы мешаете? Сматываете, вы мешаете работать. Мешаю.
А что вы тут делаете? А это интересная работа, а? Позвольте, это я помогу вам сейчас. Может, еще перетащить что-нибудь нужно? Я сегодня могу таскать целый день. Я сегодня выходной. Кстати, вы обещали мне объяснить, что это за прибор? Что вы, из деревни? И потом, я вам ничего не обещала. Слушайте, вы девушка. Я знаю английский язык. Я прочел тысячи книг. Я студент, я рабочий. Я повторяю жизнь Фультона и Фарадея. Я ставлю советские машины на колеса. Вот мои колеса. Вот. 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 И потом я пишу стихи. Стихом я, правда, не очень-то владею. И славы Пушкина, ребята, не ищу. А вы откуда это знаете? Да вы Котин товарищ. Ах, вы Котина девушка. Я ничья девушка. Нет, я ничего такого не говорю. Я студентка архитектурного факультета. Угу. А мой отец амский рабочий. Так вы не знаете, как называется этот прибор? Не знаю. Ну так слушайте. Может, мы просто сойдем? В этом есть своя прелесть. Все прыгают, а мы сойдем. Как хотите, я прыгну. Неужели вы трусите? Что ж ты задумался? Прыгай, прыгай, старик. Не бойся. Можешь записать себе это в героический поступок. Благодарю. Ах, Котя, это вы. Я вас ждал, Тоня. Я вас ждал 2 часа. Почему вы не пришли? Я была занята. Ну как же, Петь, я прыгаю, а вы за мной, ладно? Ух! Смелая девушка. Здесь познакомились? Нет, гуляли с утра. Далеко зашло? Имею серьезное намерение. А она знает про Валю? Покуда нет. Скрыл! А ты знаешь, что Тони больше всего на свете ненавидит ложь? Ну ничего, я сейчас расскажу. Я полагаю, что ты сейчас нецелесообразен. Потом я сам. Я тебе не доверяю. Здоров мне прыгать, а? Отпускайте! Пропал.
наш котик. Напускайте, черт вас возьми! Слышите вы там, наверху? Опускайте, не задерживайте меня, мне некогда! Не волнуйтесь, гражданин! Механизм испортился! Сейчас вызовем пожарную машину! Нет, это долгая история. Не стоит ждать, он нас догонит, идем. Ну как, я к нему хорошо отношусь, и потом он ваш товарищ? Да просто так, для смеха, как кино, погоня. Догонишь, а? Догонит, пока! Thank you.
Валя, Валя! Надоели вы мне! Глупости не делай! Больные, нервные люди, пойдемте им нарзанные вали надо принимать, а они концерты, пойдемте, погуляем по парку. Пойдемте, не обращайтесь на них никакого. Пойдем. Валя, ты пойдем, Валя. Да, так пойдем, Валя. Что же это? У некоторых парней по две девушки, а у других ни одной. Да, да. Разве это справедливо? Нет, несправедливо. Тише. Понятно? Итак, я сделал обзор развития науки и техники, причем я дал краткую характеристику великих мыслителей, ученых, какими были Ньютон, Франклин, Фарадей и другие. Понятно, товарищи? Теперь мы переходим к изучению паровых машин, в которых последствующим телом является водяной пар. Находясь в цилиндре, действием пара приводит в движение всю систему рычагов. Он производит таким образом превращение тепловой энергии в механическую. Следует при этом иметь в виду, что часть пара уходит из машины, а часть тратится на согревание ее. Попробуем проделать это на практике. Вот, пожалуйста. Но техническая мысль, товарищи, не остановилась от такого рода системы двигателей. Может, товарищ Виноградов ответит нам на этот вопрос? Простите, товарищ профессор. Я мечтал. Ах, молодежь, молодежь. Ты идешь это в лабораторию, а завтра я спрошу, помни, да. Ну, три друга или три друга уже поссорились? Нет, я останусь с Сеней и Котей другом навсегда. Ну да, я понимаю. У вас, товарищи Махотиков, просто соцсоревнование. Нет, не соцсоревнование, а скорее соцсоперничество. Пойди сюда, посмотри, кто нарисован. Что я вижу, мой друг, на вас карикатура. Виноват, виноват, товарищи, позвольте. Прогульщик Сеня, как он явился на работу к 2 часам дня и тем сорвал...
Почти похоже. Очень. Это твоя работа, Петька? Моя. Ты забыл, что мы подписали соцдоговор, ни одного дня прогула? Подожди, подожди, я же сдавал Валины бумаги. Позор! Я тебя спрашиваю, ты комсомолец или нет? Это от того, что ты больше не любишь Валю. Любовь для меня существует только в свободное от работы время. Знаешь, Сень, он прав. Он нахал, но он прав. Вот мне, например, хочется набить ему морду. Но я это сделаю в нерабочее время. Это квартира Весновских? Это Тоня? Мы увиделись сегодня, Тонечка? Давайте приходите ко мне. Нет, я просто давно хотел показать вам, как я живу. Свободно на все 100. Сеня? Сеня уходит в концерт. Котя? А Котя на стадион. Придете? Сейчас лечу домой. Пока. Войдите, Тоня.
Катенька. Ну что, милый, вот я и приехала. Да. Но ты все-таки чувствовал. Вот цветы приготовил. Ты рад, Петенька? Да, да, да. Да. Видишь ли, там монтёр починяет уборную, так чтобы не ворвался. Ты какой-то странный. С тобой комсомольцы, да? Да. И давай говорить на чистоту. Подождите одну минуточку, сейчас, сию минуточку. Валя, так вот видишь, все это, конечно, довольно странно. Я даже не знаю, как все это случилось. Черт возьми, подождите вы немного, не лопните! Я тебя очень люблю, милый Валечка. Но как друга. А не как женщина. Все. Как же это? Петруша, ведь ты же меня так любил. Вспомни, вспомни. Вот я плачу. Вот я целую тебя. Вот моя волосинка из бровей. Ты ее целовал и плакал. Петруша. Не надо, Варя. Вот положение. Войдите, Тоня. Войдите, Тоня. Тоня! Тоня! Thank you.
Постой, садись, ты с места не сойдешь, пока я зеркало тебе не покажу, в котором ты свою увидишь душу. Что хочешь делать ты? Убить меня? Эй, помогите, помогите! Эй, как? Пыш! Мертва! 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 Держу червон! Вы играли когда-то в университете, говорили вы? Играл ваше высочество и слыл за хорошего актера. Кого же вы играли? Юлия Цезаря. Меня убили в Капитолии, и убийцей был Брут. Ха! 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 Он поступил как шут, убивший капиталистического гуся. Капиталистского гуся. Что? Актеры готовы? Готовы, принц. Ждут вашего приказа. Поди сюда, любезный Гамлет, сядь подле меня. Нет! Матушка, здесь есть магнит посильнее. Но, Гудмазер, Хирз, Миттельмор, Эдректив, Шекспир. Стихом я, правда, не очень-то владею из славы Пушкина, ребят. Нет, матушка, здесь есть магнит посильней. Не видел больше месяца. Я от этого ничего не потеряла. Напротив, напротив, выиграл. Стало еще красивее. Я удивляюсь, после всего того, что произошло, вы еще осмеливаетесь разговаривать. Но вы же не отвечаете. Отличная постройка! С этой стороны не особенно, естественно. А-то лучше. Так пойдем посмотрим оттуда, с той стороны. Товарищ Охотников, рабочий завода Ким, Ласточка. Вот.
Значит, ты относишься ко мне по-прежнему. Вовсе не значит. Батя, батя! Пожалуйста, встаньте на кисть! Замечательный парень, правда? Хороший прыгун, больше ничего. Нет, почему? Он и головой неплохо работает. Потом я сделаю то же самое. Заключительный прыжок, полтора пальца вперед! Ну, пусти к папашам! Ты что? То, что надо, буду прыгать. Не дури! Это ты говорил? Ты ума сошел? Здесь нет места, когда ты... Черт! Счастливо!
Так счастливо. Кто это там рядом с тобой? Вань! Да это Сеня. Вот оно что. Счастлив ли я? Что за чепуха? Это не постановка вопроса. Я к тебе, приеду, чтобы нам, как прежде, быть вдвоем. Так это Сенечка держал ее за талию. Скажите, пожалуйста. Нет, матушка, здесь есть магнит посильней. Учел ли я коэффициент полезного действия? Учел. Учел ли я статическую нагрузку оси? Учел. Чего же я не учел? Вот собака. Чего же я, однако, не учел? Ничего, ничего. Ну, прощай.
моем поступке нет. Давайте. Дорогие товарищи! Где вы? Вы здесь? Меня, да? Давайте, скорее на выход! Товарищи, героические товарищи, 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 товарищи. Физкультурники! Ну-ка, у вас все готово? Ну давайте, давайте, скорее он! Тринадцатый коллектив, я говорю, 13-й юг! Смотри, Вера, молодой парень, а уже с орденом. Да-да. Товарищи, не то, что сейчас там работают. Ну, там видите, проходите, давайте, давайте. Ну, чё, ну, что это? Натусь, попробуй. Физкультурники на выход, да-да. Хорошо, Тушенька. Кто выступает? Да Тусик. Ага, Тусик. Ой, хорошо, Тусик. Беру ручку на себя. Держана, здесь нет, ага. И в штопор. Не думаю. Товарищи, проходите. Ничего не знаю, товарищи, ничего не знаю. Где Валя, 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 давай скорее на выход, Валя. Ты меня задерживаешь, ну, поторапливайся, поторапливайся, Валя. Ну, вот. Есть дело, ребята. Мне поручено спроектировать новый кузов. Ну, я, конечно, мог бы сделать это сам. Но, ну, времени дали мало. Словом, давайте как в старину составим бригаду, а? Петя, что? Поздравляю, Валя. Здорово. Молодец. Очень здорово. Вот этот парень вон там стоит.
где, где? У колонны, у колонны. Вот он. Валя, мне кажется, мы напрасно с тобой так долго не виделись. Да, Петенька. Я по тебе немного скучала. Ну да. Ребята, смотрите, вон Виноградов, чтоб в газете напечатали. Так началась моя ошибка. Моя огромная ошибка, единственная, которую я сделал в жизни. Однако оказалось, что одной этой ошибки довольно, чтобы испортить жизнь. Да, это он и есть. Кто? Изобретатель. Я думал, все девчонки одинаковы. Я думал, какая разница, обнимать одну или другую. Это он! Твои глаза мне дороже всех других женских и мужских глаз вместе. Сегодня, когда ты пела, я понял, вот это и есть настоящая любовь. Та любовь, настоящая любовь. Петенька, ты что, не слышишь? Массы требуют тебя наружу. Иди на сцену и расскажи, как ты дошел до состояния полного героизма. Правда, Петр, выйди и поговори. Это просто даже не уважение к товарищу. Нет, матушка, здесь есть магнит посильнее. Here's Mr. Moore, это Редклифф, Шекспир. Однако о чем же я буду говорить? Черт, я совсем не готовился. Ну, ладно. Стихом я, правда, не очень-то владею, и славы Пушкина, ребята, не ищу. Но я имею большую техническую идею, и я ее для пользы социализма воплощу. Ах ты, черт, забыл. Нас угнетали банкиры и буржуи, мы свергли их. И сами стали хозяева и строим свою страну, самую прекрасную в мире. Да, жизнь в СССР чертовски хороша. Браво, браво. Очень хорошо. Черти, вы же меня когда-то освистали за это самое стихотворение. Что же оно, лучше стало? Такая же дрянь, как и была. Ну ладно, ладно. Пойдем погуляем по этому случаю. Кто с кем? Я с женой. Мой привет молодоженам. И я с женой. Я не разглядел. Лошади,
я? Ну ладно, ребятки. Я рад, что вы больше не дуетесь на меня. Да. Дружба — особая вещь. Настоящую дружбу трех парней ничто не может разбить. Ну, как же насчет моего предложения? Спроектируем кузов, а? Ну что ж, я думаю, справимся. Вопрос. Каждый из нас в отдельности может терпеть поражение на том или ином фронте. Ну ладно, да. Но втроем мы непобедимы. Верно. Прекрасные, верные слова. Плохие ребята? Замечательные ребята!